Привет, друзья! Это видео снято для магазина «Я моделист», и с вами снова канал Next Model. Я продолжаю сборку советского бомбардировщика Ил-4Т в 48-м масштабе, который плавно превращается в ДБ-3. И на повестке дня плоскости и силовая. Начну, пожалуй, с консолей и элеронов. Сверлить или нет отверстие определяем наличием в нашем варианте подвески в этой части крыла. Видим, что да, есть. Вот эти ракеты. Так что сверлим и только после этого собираем консоль. Пока сохнет правое, собираем левое. Принцип тот же. Итак, основа готова. Остается только добавить всякие мелочи. Элероны устанавливаю согласованно с ручкой крена, в моем случае крен на левую сторону. Световые сигналы ставить пока не буду. И переходим к рулям высоты. Тяги устанавливаем сразу. Как только оперение готово, переходим к силовой. Сборку начинаю с узла VSH и далее по схеме. Для этого подготовим сразу же все необходимые детали. Thank you.
Кто-то спросит, а нужно ли собирать двигатель, если капоты будут закрыты? Да, нужно. Силовая служит своего рода опорой для капота. Кроме того, в DB3, а именно его мы собираем, двигатель не имеет фронтальной шторы и попросту виден в передней части. Обратите внимание, что деталь D17 ставить не следует, поскольку эта деталь может пройти в B8 только изнутри, иначе вы просто не сможете собрать узел. Об этом позже, а пока займемся коллектором. Далее переходим к задним шторам и видим, что они могут быть в закрытом или открытом положении. Я выбираю второй вариант. Стараемся следовать требованиям руководства и сделать как следует. Уверен, в дальнейшем это скажется на стыке силовой и гондолы. Теперь D17. Вклеивать ее следует вот таким образом, и только тогда она сможет занять свое место. В инструкции на этот счет серьезная ошибка. Далее мы переходим к капотам, и на представленной странице я вижу, что все это не касается нашей модификации, поскольку нам необходима вот такая форма капота, и для нее есть отдельная страница сборки. И тут мы очередной раз убеждаемся, что имели возможность выбрать вариант с открытыми капотами, и с чувством удовлетворения переходим к нарезке. И в этот момент, опять же в очередной раз, я останавливаю свое повествование. В следующем видео мы окончательно завершим сборку и подготовим модель к покраске. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарии. Без вашей поддержки канал просто загнется. Вы нужны мне, и я рассчитываю на вас. Всем спасибо. Пока.